следующему этапу эстафеты, который пройдет по 43 муниципальным районам и 2 городским округам Республики Татарстан. После долгого путешествия флаг WorldSkills и флаг WorldSkills Казань-2019 через мгновение появится здесь, на церемонии чествования флага в рамках проведения Дня молодежи в Бавлинском муниципальном районе. Этому обстоятельству, дорогие друзья, нужно аплодировать. Большого прекрасного мероприятия. Вы знаете, наверное, потому что мы солнце стоит у нас самым первыми, поэтому нам и везет больше всех. Во-первых, сегодня прекрасная погода. Во-вторых, я хотел бы сказать, что этот флаг, чествование флага WorldSkills совпало с празднованием Дня молодежи. Это, наверное, неспроста. Потому что наш район, наш город, я считаю, лучший в Татарстане, так? Дорогие бавлинцы, престиж рабочих профессий из года в год повышается. И сегодня вот яркий пример повышения этого престижа. Мы сегодня чествуем флаги WorldSkills, всемирного WorldSkills и татарстанского. И хочется выразить огромные слова благодарности, что 45-й чемпионат мира по рабочим профессиям благодаря президенту Российской Федерации и президенту нашей республики Владимиру Владимировичу Путину, президенту нашей республики Рустаму Нургалиевичу Миниханову проходит в Татарстане. И это, наверное, очень символично. Я надеюсь, что рабочие профессии из года в год будут повышать свой престиж. И мы, вот вы, молодежь, найдете свое место в этом мире. Я поздравляю вас с этим праздником и желаю, чтобы чемпионат прошел успешно. Спасибо.